В очередной серии Климов развозит еду заключенным и внимательно изучает план тюрьмы, разрабатывая детали побега. Вместе с ним собираются бежать Акопян и Сорока. Все трое запасаются связанными простынями и покидают камеру через вентиляцию. Адвокат Климова отставляет в условленном месте теплую одежду для беглецов. Надзиратель обнаруживает сломанную дверь в кабинет Боброва. В тюрьме включается сирена. Тем не менее, все трое благополучно покидают опасную зону в машине Емельяновой.